Всем привет. Хотелось бы поговорить сегодня о личности. Что же такое личность? Что такое образ я? И кто я такой, как я себя представляю? Как мы себя представляем? Когда мы презентуем себя, мы представляем ряд историй о себе. На основе этих историй и формируется образ нашего я. При этом нужно заметить, что вы как личность все-таки больше как глагол, чем существительное, так как ваше сознание получает постоянное обновление в виде нового опыта. Иногда одна из историй становится доминирующей. В результате, наверное, перенесенного какого-то стресса, где ваши ранние представления о себе пошатнулись. И тогда получается такое застревание, вы становитесь существительным, а доминирующие истории и выводы начинают дублировать себя в виде каких-то сценариев. При этом обновления в виде новых возможностей отторгаются, так как выводы, сделанные о себе в нехороших историях, выстраивают нейрологические уровни в соответствии с ожиданиями повторно негативной ситуации. И когда это происходит, ряд нейромедиаторов фиксирует состояние как некий отпечаток этой истории, химический отпечаток. Это еще называют иногда застревание. Так что же такое здоровая личность? Это хорошо объясняет три диалектических закона современной философии. Не поленитесь, почитайте, посмотрите. Количество в качество, отрицание и так далее.